По народным поверьям, 19 декабря Николай Чудотворец спускался на землю с небес и обходил весь мир, помогая обездоленным и восстанавливая справедливость. Праздновать День Николая Чудотворца, или как его еще называют, Зимнего Николая, всегда начинают молебном в церкви. В станице Выселки 3 года назад была построена часовня святителя Николая Чудотворца. С тех пор 19 декабря выселковцы собираются на праздничную литургию, поставить свечи, помолиться и попросить Зимнего Николая оградить их от всех бед и несчастий. Святитель Николай Чудотворец, так как он является покровителем моряков, едва ли несколько можно найти таких единичных случаев, кто ходил в море. Но его чтят все. Он таким образом является покровителем всех, кто плавает по житейскому морю, потому что наша жизнь, это как святитель Василий Великий сказал, святой 4 века, что наша жизнь, она является тем морем, тем шествием от рождения к смерти. И, конечно же, дьявол пытается возмущать эту воду, эту спокойную воду, и задача дьявола – потопить наш корабль и забрать в свои бездны души. И вот святитель Николай Чудотворец, обращаясь к нему с глубокой просьбой спасения вот от этого потопления, он не медлит прийти на помощь. Также святитель Николай Чудотворец должен являться нам примером жизни. Но каким примером может он являться? Достаточно вспомнить его жизнеописание, что с самого детства он отличался чистотой, воздержанием, он отличался милосердием, а ведь кратчайший путь к уподоблению Богу, как говорит святитель Григорий Богослов, это творить доброделание. Почему? Вот как раз сейчас грядет такой Новый год, рождественские праздники, и вот образ Дед Мороза, Санта-Клаус, это как раз образ святителя Николая Чудотворца, который дарит всем подарки. Вот поэтому и нужно обращаться к нему. Но обращаться как? Чтобы прося чего-то у святителя Николая, мы должны и сами жить, подражать его жизни. Я поздравляю всех жителей не только станицы Выселки, где этот храм является престольным храмом, но и всех жителей района с этим праздником, великим праздником памяти святителя Николая Чудотворца. Желаю, чтобы святитель Николай Чудотворец был нашим верным заступником у престола Божия, чтобы Господь нам дал силы подражать его жизни, подражать ему его добродетели, милосердию.